Здравствуйте, вы смотрите проект «Гости», и сегодня с нами человек, за плечами у которого множество больших спортивных побед и прочих достижений. Итак, у нас в гостях Дмитрий Коков. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Дождались вас и во Владивостоке, наконец. Добро пожаловать. Спасибо большое. Дмитрий Клоков – известный российский тяжелоатлет, победитель и призер чемпионатов мира, Европы, а также серебряный медалист Олимпийских игр в Пекине. Наряду с блестящей карьерой в тяжелой атлетике Дмитрий отметился участием в крупных телевизионных проектах, таких как «Большие гонки», «Вышка» и других. За плечами спортсмена – активная общественная деятельность, выпуск линии одежды и инвентаря под собственным брендом и проведение семинаров более чем в 40 странах мира. Кроме того, Дмитрий Клоков является основателем Ассоциации силовых видов спорта. Вы стали основателем и президентом Ассоциации силовых видов спорта, да? Почему, в принципе, возникла идея объединения нескольких направлений силовых видов спорта в некое единое целое? Знаете, мне как спортсмену из тяжелой атлетики, из олимпийского вида спорта всегда было неприятно слышать от людей из пауэрлифтинга, из бодибилдинга, что мы типа такие спортсмены голубых кровей, такие зазнавшиеся, что есть олимпийцы и все остальные, да? Мы так не считаем, хотя многие так считают, что вот олимпийцы, олимпийцы, все остальные стоят особняком. Нет, я уважаю абсолютно все силовые виды спорта и считаю, что это большое упущение предыдущих наших поколений, что они старались, наоборот, разойтись. И наше поколение уже немножко помоложе, да, которое немножко с другими мозгами, немножко с другими технологиями, как там социальные сети и так далее, мы уже на этот все смотрим совсем по-другому, и нам хочется сделать что-то крутое, а крутое можно сделать, только объединившись. А ваша инициатива, насколько она легко была поддержана вот коллегами? Для меня было очень большой неожиданностью, что идея зашла, видимо, многие тоже эту идею вынашивали. СНПРО есть такая выставка спортивного питания, она самая крупная в России. Я предложил ребятам из разных силовых видов спорта объединиться и сделать крутое спортивное мероприятие, где будет в рамках этой выставки проведены чемпионаты по 8 силовым видам спорта. И предложил, естественно, это ребятам титулованным. И вот тут-то и было мое удивление, что многие согласились. Не стали тянуть одеяло на себя и говорить, что нет, давайте мы сделаем не так, давайте это мы поменяем. Нет, давайте мы все встанем под один флаг и сделаем это. Вот это было для меня сюрприз. Теперь надо будет посмотреть, как люди это примут. Потому что в интернете уже многие пишут и с нетерпением ждут этого мероприятия. Ну, будем смотреть. Говорить-то можно много, а по факту посмотрим, как это будет. И вот это вот и покажет реально, хотят это люди, нужно это людям или нет. Вы так рационально и так трезво оцениваете все происходящее, а у вас вот такой подход, он абсолютно на все сферы жизни распространяется? Знаете, у меня отец был... Что называется, без лишних иллюзий. У меня отец был, во-первых, чемпионом мира по тяжелой атлетике, и занимаясь профессиональным видом спорта, я его знал уже на 100%. Я знал всю изнанку. То есть я знал и черные стороны, и профессионального спорта, и белые, и что будет после спорта. То есть у меня был пример, да. Мой отец, он занимался бизнесом, он был довольно успешным бизнесменом, который построил первый в России завод по переработке от дерева до изготовления и продажи через собственные сети мебели. Поэтому, в пример, в бизнесе и в общественной деятельности у меня тоже был хороший, потому что он был президентом Федерации тяжелой атлетики России, да. Вот поэтому я уже в втором поколении и спортсменов, и бизнесменов, и общественных деятелей, поэтому у меня впереди был такой пример, который все удары и все эти иллюзии он взял на себя, а я уже просто пытаюсь что-то сделать немножко более осознанно. Вы упомянули вашего отца, это Вячеслав Иванович. Вы же достаточно уникальный пример династии, во всяком случае, в тяжелой атлетике, да, когда отец и сын являются чемпионами мира и прямо напрашивается какое-то третье поколение в этой череде чемпионов. Да, на сегодняшний момент именно в тяжелой атлетике, да, случилось так, что у нас вот династия, что и отец, и сын чемпион мира. В других видах спорта, особенно вот в борьбе, это нормально бывает. Там и три олимпийских чемпиона, там три поколения олимпийских чемпионов в штанге. Пока вот это единственный случай. И если так совпадет, что я смогу еще и поколение продолжить, это было бы, конечно, мечтой. Желательно не чемпионом мира, а олимпийским чемпионом. Потому что у нас дома все медали есть, но кроме олимпийского золота, возложена на него надежда. Хорошо. А как мне кажется, вот тяжелая атлетика – это такой достаточно закрытый, да, мир. Ну, скажем так, не самый популярный, не самый коммерческий вид спорта, да, как, например, теннис или футбол. И, соответственно, наверное, такое достаточно закрытое сообщество. Но из ваших интервью я увидела, что на примере Соединенных Штатов вы говорите, что развитие кроссфита подтолкнуло и спровоцировало очень большой интерес у людей именно к тяжелой атлетике. В России тоже кроссфит развивается. Вот вы прогнозируете, что бум
интереса к тяжелой атлетике случится у нас в стране? Я сказал, это 2,5 года, когда в России 5 человек знало, что такое кроссфит. Сейчас уже очень много людей знают, что такое кроссфит. И те, кто это знает, те понимают, насколько тяжелая атлетика стала популярной, потому что они начинают заниматься кроссфитом, потому что это модно. А когда они понимают, что такое кроссфит, они понимают, что самое прикольное из кроссфита – это штанга. Mm-hmm. Поэтому тяжелая атлетика сейчас и стала популярной. Именно вот так. Люди приходят в модное движение, они его пробуют, они там вот это им нравится, это им не нравится, это им не подходит, это им подходит. Они потом получают, что из этой модной тусовки, из этого модного направления остается им штанга. Вот им штанга приносит удовольствие, моральное, эстетическое и так далее. Вы не перестаете следить за тем, что происходит в тяжелой атлетике? Вот, даже в тот зал, в котором вы там в свое время начинали заниматься, вы тоже туда заезжаете, смотрите, общаетесь с ребятами. В целом у вас какое ощущение, что подрастающее поколение достойно продолжает эту школу российскую? Тяжелая атлетика во все времена в России была на хорошем уровне. И была, и есть, и будет. Все, что касается результатов, они были всегда. Поэтому она и не хуже, и не лучше. Именно по результатам на международных, если мы смотрим профессиональных спортсменов, на профессиональном уровне она абсолютно достойна. Мы в топах, все хорошо. Поэтому провала никакого нет. Другие страны, например, болгаров, турок, греков, у них когда-то хорошо, когда-то плохо. Когда-то хорошо, когда-то плохо. Китайцы сейчас хорошо, а там 20 лет назад их вообще не было. Россия, она всегда была, есть и будет в тяжелой атлетике. Наш вид спорта, это генах, наверное. Ну, то есть новое поколение, оно... Оно будет абсолютно такое же, как и предыдущее. Дай бог, чтоб лучше, но как минимум оно будет такое же. Никуда оно не денется. А вот вы сказали, что кроссфит – модное сейчас направление. А чем вот вообще определяется модность и, не знаю, притягательность, что ли, тех или иных вот направлений, там, видов спорта, фитнеса? Вы когда смотрите какое-то мероприятие, вы смотрите его визуально, да, то есть вы оцените визуально картинку, звук и так далее. И если вы придете на соревнования по тяжелой атлетике, или на соревнования по пауэрлифтингу, или на соревнования по гимнастике, вы не увидите эту красивую картинку, вы не услышите этот красивый звук. А кроссфит, это, они сделали такое шоу, они преподнесли вот обычные состязания, но очень красиво. И я вот часто в Америке нахожусь и общаюсь практически со всеми людьми. И те, кто придумал этот кроссфит, его реализуют. И я взял у них очень много, и они не стараются из спортсменов уже существующих вытащить все соки, их популярности, их силы, их здоровья, их молодости. А они стараются за счет собственных средств, за счет собственных ресурсов разрекламировать новых спортсменов. И потом уже эти новые звезды делают их вид спорта популярным. У нас в России это нереально. У нас федерации не занимаются популяризацией и продвижением собственных лиц. Они их не толкают на каналы, они их не толкают в журналы. Они ничего для этого не делают, понимаете? А вот... Это какая-то консервативность мышления или это лень? Это просто неумение. Как минимум неумение. Второе, как минимум, зависть. Если они понимают, что если сейчас человек не состоявшийся, голоса не имеет, то есть он сидит, он знает, что у него силенки не хватает, да? Если они ему чуть помогут, он чуть-чуть станет сильнее, и потом он же их попытается там условно их сбросить, он придет на их место. И вот эта боязнь, она... И у нас в федерации то же самое. Прям закон джунглей. Да, 100%. Да, так и есть. И вот оно никуда не девается. А вот в Америке, я говорю, я сам просто выступал там и на своем примере все это ощутил, как нас двигали, нас продвигали, нас делали популярным, и потом мы уже через свои социальные сети, через собственную там харизму и так далее, уже людей заманивали на соревнования. То есть абсолютно кардинально другой подход. И мне это нравится. А есть шанс, что вот новое молодое поколение так или иначе займет более сильные позиции в спорте, и ситуация начнет меняться каким-то образом? В каком спорте? В профессиональном? Да, в федерациях. Ну, то есть, я так поняла, есть некая косность, да, ну и свои там устоявшиеся какие-то законы существования. Знаете, самая основная проблема, что молодежь не умеет, даже не то, что не умеет, молодежь не может работать со взрослым поколением. Это просто конфликт поколений происходит. Пока в федерации сидят старперы, они не допускают молодых. Пока молодые туда не зайдут, ничего не поменяется у старых. Если... А зайти они не могут, потому что их не пускают, а да? А их не пускают, с ними никто не хотят работать, понимаете? То есть вот здесь вот конфликт интересов. Пока вот, видимо, старое поколение не вымрет, как мамонты, и не придет новое, ничего не поменяется.
продвижение спортсменов – это такая важная составляющая, ведь и вы сами активно работали над собственной медийностью, да? Я прошел все. Я когда 3 года назад начал делать свои социальные сети, понимая, что они дают, надо мной все мои коллеги по спорту, тренеры и пацаны, они все смеялись. Они думали, что это такое самолюбование такое, и все. Я говорю, подожди чуть-чуть. Потом все узнаете. Сейчас все с камерами тусуются, все себя фоткают и так далее. Вы же понимаете, как в бизнесе, как во всем побеждает тот, кто прочувствует тему раньше. Вот, и кто как ее потом правильно преподнесет. Поэтому людей сейчас, да, они не будут первыми, но они могут это сделать более качественно. То есть, когда уже есть опыт, когда уже есть пример, когда уже можно проанализировать определенную работу, то следующие могут сделать лучше. А вот вы на данном этапе ощущаете только плюсы от своей узнаваемости или уже эта медийность, она несколько утомляет? А здесь может быть только один ответ. Если тебе по жизни не хочется делать глупости, то тогда медийность и узнаваемость только на пользу. Если ты хочешь делать глупости, тогда это тебе не канает. Хотела спросить ваше мнение о том допинговом скандале, который сейчас, ну не знаю, насколько это скандал, но о прецеденте, да, с допингом, почему? Который это скандал сейчас случился. Какой, конечно, скандал. Хотела услышать вашу авторитетную точку зрения на этот счет. Не, ну здесь я не буду новым, я скажу, что это политика чистой воды и все, здесь других просто не может быть вариантов. А в современном мире вообще невозможно избежать вот этого смешивания политики, спорта или там каких-то сфер? Вот сейчас этого все больше и больше. Вот есть... я на собственном примере считаю, что я закончил свою спортивную карьеру не из-за того, что я старый. Я закончил свою спортивную карьеру из-за того, что не нашел точки соприкосновения с руководителями федерации. Я просто не захотел с ними воевать, потому что я понял, что я могу уйти, и уйти нормально, и все. Ну, то есть вот эти старые добрые принципы fair play, да, там какой-то честной конкуренции? Все меньше и меньше, все меньше и меньше. Мне 3 года назад одни авторитетные люди сказали: Дима, если, говорит, есть возможность заканчивать с вас профессиональный спорт, заканчивай, потому что, говорит, идут большие перемены, и это будет все что угодно, но уже не спорт. Тогда я это не понял. И не мог ощутить, что это они имели в виду. Вот сейчас я уже понимаю, что они имели в виду. Я не знаю, откуда они нас знают. Видимо, все-таки люди, которые сидят наверху, они больше нас знают. Это они 3 года назад мне об этом сказали. И, видимо, они имели в виду то, что сейчас происходит. А вот ваше знание, ну, такой внутренней жизни, да, там, спортивной, оно мешает вам, например, те же Олимпийские игры или какие-то крупные соревнования смотреть только глазами зрителя, который переживает за спортсмена? Ну, то есть вот этот бэкграунд, который... Не, ну, который... мы смотрим-то немножко по-другому, естественно. Мы болеем за друзей, мы знаем всю подноготную, все, весь бэкстейдж и так далее. У нас свой интерес. Глядя на помост, мы понимаем не то, что творится на помосте, а все, что творилось и будет твориться за помостом. Поэтому здесь еще даже более интересно смотреть, нежели людям. Люди просто смотрят непосредственно движение и соперничество на помосте. Да. А мы понимаем, глядя, что творится на помосте, мы понимаем все, что было год назад и все, что будет через год. Вот у нас пару лет назад в гостях были Оксана и Дмитрий Яшанькины, которые, я знаю, ваши большие друзья. И на мой вопрос, как им удается жить в таком, ну, плотном графике, да, и не терять энтузиазма, они сказали, что, в принципе, они свою работу как работу и не воспринимают. Ну, делают как-то... У вас в этом смысле какой рецепт? У меня то же самое. То же самое? Я ни разу в своей жизни не работал ни одного дня. У меня каждый день идет удовольствие, потому что я занимаюсь любимым делом. У меня вроде много проектов разных, а в принципе они все одно и то же. Кстати, очень интересно для меня было узнать, что вы там спроектировали или поучаствовали в создании спортивного снаряда, ну, то есть штанги, которые непосредственно можно использовать для тренировок, там, для, для выступления, сделали, да, наверное? Да, один из моих проектов – это тяжелоатлетическое оборудование, штанга, да. Первую штангу мы уже сделали, сейчас вот вторую в июне я поеду тестировать, если все нормально, тогда уже запускаем в производство новую. А что должно случиться, чтобы именно с вашим оборудованием, например, спортсмены выходили выступать на Олимпийский помост? А это надо очень много денег заплатить людям. Понятно, все прозаично. Мы над этим работаем. Все очень просто и алчно. Заплати, и все будет. Дмитрий, прям не оставляйте никаких иллюзий. Я боюсь, что... Я как не то, что даже боюсь, я жду, когда сейчас появится новая штанга, там будет очень крупно написано слово «Клоков». И это будет очень многих раздражать, а мне это нравится. Понятно, что ведь когда с детства человек занимается спортом, там определенное качество характера, разные виды спорта воспитывают. Можете назвать какие-то черты, которые именно у тяжелоатлетов, как ни в каких других видах спорта, например, развиваются, формируются в личности спортсмена?
тяжелой атлетикой ничем она так особо не отличается. Может быть, мышцы там более взрывные и все. Ничем больше. В голове, ну, там, с точки зрения, в голове нет. В голове нет. Да, олимпийские виды спорта, а не олимпийские виды спорта. Не важно, что ты делаешь. Но у нас технические виды спорта, то есть ты подходишь к шлифованию своих движений, фокусируешься на это очень. То есть не надеешься на силу. Может быть, в жизни как-то тоже пригодится. Понимаешь, что можно силой что-то передвинуть, там, а можно техникой, можно что-то силой сделать, а можно поговорить. То есть, возможно, есть какие-то вещи, но я никогда не задумывался. Кино современное зачастую используют там биографии или истории жизни известных спортсменов и переносят их на экраны. Таким образом, ну там даже там «Легенда номер 17» и так далее, да, это становится там, с одной стороны, вещью, которая работает на популяризацию какого-то вида спорта, с другой стороны, это становится примером характера, на который, может, многие люди хотели бы равняться. У вас есть пример какой-то личности в мире спорта, не знаю, в вашем виде спорта или нет, вот чей образ вам бы хотелось, чью историю вам бы хотелось, например, видеть, знаете, на экране? Мне кажется, у каждого есть что-то, что можно рассказать. Например, когда я смотрел «Легенду номер 17», я в конце фильма там заплакал, например, да, там, но у меня вот чувство гордости было, да. Всегда такой был для меня мотивационный фильм, да, то есть мне было приятно, что это так, вот Россия в свое время так выиграла там, да, так себя показала, проявила, вот. И людям не хватает мотивации, и люди стопорятся в разных местах, в разных жизненных ситуациях, кто-то в бизнесе, кто-то в семейных отношениях, кто-то еще в чем-то. То есть людям не нужна мотивация только там, как штангу поднять. Она может быть абсолютно разная, и поэтому показывать надо как можно больше. Кому-то что-то и пригодится. Кто-то там через себя переступил там и с семьей там помирился. Многие бы это нашли бы себе от этого мотивацию. Да, кто-то там через какую-то травму. То есть я не могу какой-то пример привести, но уверен, что чем больше таких фильмов будет, чем больше таких историй будет показано, тем лучше. Слышала в ваших интервью, что вам очень импонирует американский стиль жизни в том плане, что там культура тела, культура занятий спортом находится на очень высоком уровне. Вы видите возможность, ну вот, тех ресурсов, которыми вы занимаетесь, влиять на то, чтобы в России это приживалось как можно активнее, лучше, больше? Ну, во-первых, про Америку я говорил, что это в Калифорнии так. То есть это не во все время, но если вы поедете куда-нибудь там, я не знаю, в центральную часть, там такого нет. Ну, то есть близость Голливуда, она этот культ тела, да, провоцирует? Локация важна, вот местность важна. Когда у тебя 365 дней в году солнце, а когда там береговая линия, там, да, то есть все на берегу живут, то, естественно, ты хочешь выглядеть постоянно хорошо. Это как вот в Бразилии, да, тоже все красота. Ну, естественно, да. Ну, где ты здесь, там, ну, Мишу Кокляева, там, например, возьмем? Ну, какая ему разница, как он выглядит в Челябинске, например, да, там? Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Вот, то есть это важно, где ты свое тело там показываешь или кто тебя вокруг окружает. Вот, в Америке там много таких штатов, где я там побывал, там вообще ни одного спортсмена, наверное, чисто визуально не скажу. Ну, это где-то в центральных штатах, да? Центральные, да. То есть, а вот в Калифорнии, да, и я вот не хочу, но вот что-то мне подсказывает, что что-то в моей жизни произойдет, что мне придется свалить из России. А сядете в Калифорнию? Именно свалить, не по собственной воле. И вот если у меня выбор такой встанет, то первое, о чем я подумаю, это Калифорния, потому что там вот именно все спортом пропитано, и там, конечно, уважение к человеку, который выглядит хорошо, огромнейшее. В России пока это не ценится, но за что я рад именно, вот, что у меня получилось отношение к штангистам немножко поменять. Вот собственным личным примером. Я для этого немного сделал, у меня это генетика просто. Но вот это вот совпало, что моя медийность, моя генетика, то, что я визуально выгляжу как не штангист, и еще там мои заслуги в спорте, да, они вот как-то все так совпали, и мне получилось немножко поменять мышление людей, что штангист — это не толстый и здоровый мужик, а он может быть еще и вот такой вот, в принципе, так, как хотят многие мужики выглядеть. Все, вот мне это получилось просто сделать. Вот такую частичку того, о чем вы спросили, у меня получилось сделать. А вот эта обратная связь с людьми, ведь на ваших семинарах наверняка многие люди оказываются там не только для того, чтобы получить какие-то практические навыки, но и потому, что им невероятно приятно там поприсутствовать рядом с вами и поговорить, да? А вот за что чаще всего у вас благодарят те, кто оказывается? Ну, за какую-то мотивацию. За мотивацию, там, да? За мотивацию. За мотивацию именно. И мотивация по жизни, как семья, спорт, там, жизненная позиция какая-то, веселье,
Просто мотивация. Я вот не стараюсь там людям в интернете дать какую-то супер-пупер полезную информацию, потому что ее очень много. Самое важное – это именно людей. Вот мотивирую, чтобы у них энергия была, чтобы у них драйв был. И вот я вот эту линию стараюсь гнуть. А кто, в свою очередь, мотивирует вас? Сейчас никто. И был, когда был у меня сначала, когда я начал штангой заниматься, кумиром был один греческий атлет, который, в принципе, считается у нас самым известным и титулованным, вот, греческий тяжелоатлет. А потом, когда уже стал сам немножко состоявшимся спортсменом, то уже начал думать о том, что будет после спорта, как совмещать бизнес, спорт и так далее, какие варианты отхода из спорта есть. И тут, конечно же, примером является Арнольд Шварценеггер. Потому что ты понимаешь, глядя на него, что можно не только в одном деле чего-то добиться, правда, а можно... культовая фигура. Да. Да, то есть у нас много там спорт, крутых, кино, у нас, политика, у нас много крутых спортсменов, у нас много крутых там бизнесменов, у нас много крутых там политиков. А сколько людей смогли сделать это все вот вместе, да? Очень мало. Это не говорит о том, что я там стараюсь это сделать. Просто он дает именно мотивацию, что это возможно. Uh-huh. Вот это вот важно. Человек понимает, если он смог, почему я не смогу. То есть не надо зацикливаться на том, что вот здесь ты сделал, все, ты свой резерв, там, потенциал израсходовал. Нет. Дмитрий, вы вообще когда-нибудь в себе сомневаетесь? Не знаю. Ну, значит, нет, я так думаю, да? Штанга, вот вы спросили про то, что штанга дала. И вот сейчас, вот, задав этот вопрос, я понял, что штанга, она что-то все-таки дала, в голову отложила. Когда ты к штанге подходишь, если у тебя есть небольшое сомнение, что ты ее не поднимешь, все, ты ее не поднимешь никогда. И еще от того, что если ты задумался о том, что ты ее не поднимешь, очень большой шанс получить травму. Угу. Если ты подходишь к штанге, и ты чуть-чуть сомневаешься, что ты ее не поднимешь, а ты ее точно не поднимешь. Поэтому, может, здесь то же самое. Да, наверное. Кстати, это очень интересный момент. Если ты чуть-чуть думаешь, что ты это не получится, значит, ты где-то не сделаешь 100%, потому что ты уже сомневаешься. Ты уже будешь что-то аккуратничать, ты не попрешь на пролом. Там, возможно, видите, вот сами мы дошли до ответа. Нам за кадром недвусмысленно намекают, что нужно как-то заканчивать разговор, поэтому... Сейчас за свою камеру достану. Спасибо вам большое, хороших вам впечатлений от встречи с людьми, которые придут к вам на семинар. И спасибо, что заглянули в гости к нам. Спасибо.